house. And now I stay. Раздевайся. О, налог! Налог, налог, налог. Налог, налог, налог. О, добрый день. Добрый день. Слушайте, добрый вы день. Все время моим свиданиям мешаете, мистер Шериф. О, как у вас так выходит? У вас? Да, у вас свидание. Сейчас... Шалуденьки в трусиках, да? Да, а у вас нет? У меня нет. Не видели шлюху какую-нибудь? А, видела где-то немножко севернее от нас. Да, мистер Бек, у нас свидание, у нас намечается страшно горячий секс. Можете не мешать, пожалуйста? А, могу посмотреть. А, все расстраивается из-за вас. Да, да, да. Я могу посмотреть? Нет, мы потом вам расскажем в подробности. Мы вам расскажем, может быть, за решетку даже представим. О, если хотите, я могу представить вам решетку, и вы будете под замком. Слушай, и я буду смотреть. А наручники? Ну, кандалы вам не пойдут, я думаю. Ремень, не волнуйтесь, у меня есть ремень, веревка. У мужчины есть. Есть ремень, решетка не понадобится. Ну ладно, всего доброго. Да, всего доброго, еще увидим. Да, только ручками своими. Шаре? Да. О, здравствуйте. Пойдем. Я знаю для тебя сюрприз, Шаре. О, какой же? Деньги? Лучше. О, куртизанка? Лучше. Что может быть лучше? Лучше. Ну, расскажите, куртизанка в деньгах? Лучше. Лошадь? Иди в офис, я сейчас приду. Что, командовать будешь, малыш? Да, это приказ. Нет, это не приказ. Я капитан Дринкинс. Вторая пехотная кавалерия. Вот именно. Заварю как кофейку. Ну что? Готов? Да. Заходи. Давай здесь показывай. Заходи. Не бойся, уходи на плач. Да я не боюсь. Не боюсь. Ха-ха, конечно, значит, боишься. О, ты еще туда полез. Секло? Это кто? Это мой помощник. Прошу тебя, помощник. Или ты про аллигатора? Да, это что такое? Аллигатор. Говард. Говард. Вот, садись на скамейку. Говард? Говард. Откуда у вас Говард? Пришел. Подарили. Ну что? Садись, Шарев. Я стою. Я написал эту песню для тебя. А ты готов? Да. Скажи, не суди ты строго, Шарев. Песня, посвященная прекрасному городку в Нью-Остине. A house, and now I stay. They call the rising sun, and it's been a royal of many a poor boy and heart. I know I'm one. My brother was a tailor. She sewed my blue jeans. My father was a heavenly man down in New Austin. Now the only thing a handler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when
Эйжон, Эйжон. Ну как? Красиво. Очень красиво. Поплачешь ли? Я вспомнил просто. Детство. Да. Ну ладно, ладно. Видишь? Нет, 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 нет. Никаких обнимашек. Ну, все, все, тише. Нет, нет. Тише, тише. Все, да, да, спасибо. Спасибо. Все хорошо. Иди, чё, он держит гитару. Спасибо. Все хорошо. Доброй ночи. О, Элизабет, здравствуйте. Вы не видели случайно Ривера и Ноди? Да, я видел их днем. Они куда-то ехали в горы и там, наверное, шпекались. В горах? Ну, они так мне сказали, что у них свидание, и у них будет шпеканье. Хорошо, это уже их дело. Кстати, у меня есть небольшой вопрос. Да? Насчет Нокса. Да? О, мадемуазель! Ого, я так понимаю, Нокс вам сейчас будет неинтересен. О! О, так, о! О. Я поняла, я не буду мешать. О, наконец-то слухи дошли. Пройдемте. Мистер? Да, дальше, дальше. Раздевайся. Нет, 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 в тот угол и раздеть. Вот в тот угол. Вот в тот угол. Прекрасно. Прекрасно выглядишь. Нет, 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 нет. Угу. Стой на месте, я сказал. Да, вот так. Вот так. Лежи здесь, никуда не уходи. Уф. О, мистер. О! Мы знакомы? Я собираюсь. Нет. А, я шериф этого города. Я Тимми. О, Тимми, у меня для тебя работа. За доллар мусор вынесешь? Ну да. А что там за мусор?
Эй. Ну, да, так, и ничего, необычно. Я, кстати, хотел спросить. Да? А вы не видели мою маму? Она такая, темные волосы, у нее еще золотистое платье. Она в салоне работает. А кем она работает? Ну, она мне не говорит, она говорит, что она просто работает в салоне и мужчинам помогает. Она молчаливая? Угу. Папа ее бил, поэтому, когда, ну, в общем, она редко вообще что-то говорит. Я не слышал ее голос, не знаю, года 3, наверное. О, погоди. Посмотри, вон там не она. Господи! Мама? Вы сейчас встретитесь. Никуда не уходите. Так, надо запереть. А, господа, там напал парнишка, совсем свихнулся. О, мужик, это ты играл на гитаре? Нет, это мой брат. О, хорошо играет. Да, я знаю, спасибо. Ну ладно. Давай. Проехаться, посмотреть территорию. А, ну давайте. Давай. А можно драку в салоне начну? Что в салоне? Ну, драться можно в салоне. Пока меня нет в городе, не надо. Mm. Я хочу на это посмотреть. Ну ладно. Я заплачу даже. Да? Ну да. Сколько? Доллар. Давай. Ну, когда приеду, тогда дерись. Давай сейчас. Нет. Подерешься без этого, не получишь деньги. О, здравствуйте. Мелоди. Не бойтесь, это обычный путник. Что, в городе никого? Нет, а в Армадило? Я там не была. О, вы от Ривьеры едете? Нет. Я маг собирала. А, маг собирали? Для чего? Для настойки. Настойки? Маковые? Да. Сколько у вас стоят они? Ну, не знаю. Ну, выше, чем $12, шериф. $12? Да. А, я понял, что вы. Ну, тогда без настоек. Мы можем, конечно, договориться. Я говорю, если что, можем, да. Конечно, договориться. Я понимаю, да. Хорошо, я подумаю. Съезжу пока в Армадило. Хорошо, счастливо. Да. Ух. Деревятник. Вот ты и пал. О, Элизабет. Да, добрый день. Давайте налоги. Трофей. А, да. Здравствуйте, точно. Мистер Бэк. О, здравствуйте, мистер Тёрнер. Вот, деревятника тебе принес. Такого же, как ты. Что значит не возьмешь? Ну ладно. Бывает. Мистер Тёрнер, у вас есть деревятник? Нет, у меня нет деревятника. Теперь есть. Премного благодарен. Ну как, полуживы. Мистер Бэк. Да. Вам не довелось побывать сегодня в Армадилло? Да, только что-то оттуда. Джонатан, не на месте? Нет, нет. Никого, кого я знаю, никого нет. Благодарю вас. Да, я сейчас хочу поехать туда снова. Съездить еще раз. Купить щетку для лошади. Этого добра у нас полно. Удачной дороги. Да, Крим. Да, спасибо. О, налог! Налог, налог, налог! Налог, налог, налог! Так. Вот, 15% вышел, 21. О, вы заработали больше $100 сегодня, что ли? Да не за сегодня же, вы что? За неделю, это да? За прошлую неделю, да? О, приятно, приятно с вами иметь дело. А это чудно. А как ваши дела? Сейчас положу в сумку. Да, все довольно тихо. Да? Чем вы занимаетесь? Где ваш брат? Брат спит пока. С
кем? С ученым? Ну, то есть... Нет, с ученым? Ну... Да, неважно. Он его изучает? Да, они точно что-то изучают. Наверняка вместе. Видимо. Так. Ну, вам нужна помощь шерифа? Нет, на данный момент даже не могу ничего придумать, наверное. Тед вам отдал плакаты? Нет. Ну, значит, сегодня передаст. Я видела, они у него были готовы. О, прекрасно, я повешу тогда сегодня здесь и свожу в армадило. Висите. А, плакаты? Плакаты. Вы думали, знаете, вашего брата? Ой, да с вами можно подумать все что угодно. Вы настолько хорошо блюстите закон, что да, да, пожалуй. Да, да, да. Да, я сам закон, закон, и второе мое имя, если бы оно было. Угу, вот что, нет второго имени. О, у меня есть, но я забыл. А, печально. Сочувствую. Не надо. Кстати, почему не надо? Не надо сочувствовать мне, что жалкий тип. Ну, без второго имени. Хотя, ладно, ваше второе имя закон, так что все. Именно. Это определенно заслуживает уважения. Вас Мелоди, кажется, искала. Вот привет. О, сегодня встретился с ней, и она опять намекала на то, чтобы я ей подешевле продал эту лицензию на охоту. Ну, а разве это не выгодно? По крайней мере, кроме мистера Тёрнера, кто-то еще будет снабжать город мясом. У нас еще есть Ривьера, у нас еще есть другой, у нас три человека уже с лицензиями. Двое из них бессрочными. Самый простой человек, в конце-то концов. А что, Мелоди простая? Не знаю. Это как 3 цента? Нет, наверное, все-таки подороже. Вот видите. Спрашивайте у нее сами. Да. Так, а у вас с Тёрнером что-то есть? Да нет, все, что у меня было, я отдала вам. Нет, с Тёрнером, между вами. Между нами сейчас только телега. А в другое время? Да и в другое время. Телеги нет, конечно. Я не понимаю, на что вы намекаете. Эти самые... Самые? Любовь! Так, я вспомнила, у меня, кажется, есть дела. Хорошего дня. И вам. Мистер Тёрнер? Мистер Бэк? У вас что-то есть к Элизабет? На данный момент нет. Чувство? Простите, что? Чувство? Шериф, я думаю, что выражу наше общее мнение, что это дело личное. Я хотел бы, если вы будете жениться на моей горожанке, чтобы вы сказали мне об этом. Ну что ж, как надумаю, сразу прибегу. Именно. Молодец, Тёрнер. Надеюсь, вы справитесь так же быстро, как с охотничьей лицензией. Да, скорость. Это мое третье имя. Сразу представляю, как вы говорите. Властью, данной мне Тамблвидом, объявляю вас мужем и женой. Да, властью, данной мне Тамблвидом, объявляю вас мужем и женой. А теперь право первой брачной ночи у меня... Ой, нет, это не тот случай. Бога ради, мистер Бэк. Мелоди? Мистер Бэк, а что ж вы себе пассию не найдете с такими-то задатками? О, я нахожу периодически. А на постоянную основу? Ну, постоянного из моей жизни. В моей жизни это только моя головная боль. А там был виде. Понимаю. Занятой человек, некогда да. Семью создать. Собрать налоги, покормить вот людей, лошадей. А я думал, существует миссис Бэк. О, миссис Бэк. Нет. Женщины Тамблвида многое потеряли. А куртизанки нет. Подушку. Так, завтра будет маскарад. 8:30 вечера. Скоро появятся плакаты. Мистер Бэк, а где можно приобрести маски? Маски у нас вот за бокалейщиком. Там есть каморка, там куча масок. Примерочек. Ну что ж, отлично. Да. Какая будет программа? Как вы себе это видите? Надеваем маски, пьем до упора, едим до упора, танцуем и стараемся не умереть. Потому что последний пункт должен быть первым. Ну, как пойдет. Да, понятно.
вам что-то нужно было? Так что готовьте свой костюм, Мелоди. Так, притащите ко мне быстренько дров вот сюда. Давайте, давайте. Сделайте костры. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. По кругу. Добрый день. Да, вы не куртизанка? Нет? Я же говорю, я скакала, я обернулась, за нами пума бежала. О, пума? Нет, этого я определенно не сказали. Я сейчас покажу. А мне некогда было, я уже пришпорила лошадь. Да. Пумы опасные. Могут загрызть. Конечно. Поэтому я и поскакала дальше. Говорю, вперед, ребята, вперед. Какие у нее вообще, собственно, претензии? Надо было ей не говорить ей, что ли, или что ли, остановиться и все объяснить по порядку, а потом уже ехать. Чики. Будьте здоровы. Благодарю. Будьте здоровы. Знаете, поверьте, что значит, что когда человек чихает? Значит, окружающие говорят правду? О, нет, что прилетел над вами ангел и посыпал своей пыльцой волшебной. О, ну что ж, звучит неплохо. Прямо ангельская пыль. Да. Как служба, мистер Бэк? Спокойно. Никогда еще город не был таким спокойным. Вот и на что же. Прям все, странно. Все счастливы. Мы добились. Наконец-то мы с мистером Рамосом добились того, что в городах достал мир и покой. Мир и покой. Аллилуйя. Аллилуйя. Ой, это о чем это мы? К чему это мы вообще? Может, вам в маршалы баллотироваться? Нет, зачем мне? Я хочу быть ближе к людям, здесь, в Тамблвиде. Бережете себя, знаете, все-таки работа такая нервная. Да нет. Людей-то постоянно работать, заботиться о них, думать каждый день о них. Конечно, я до этого сюда и приехал. Достойно похвалы. Не скучайте по господам Девиан. Скучаю, но я так счастлив, что они поехали в новую жизнь. Слушайте, а может им письмо написать? Они часом телеграмму не присылали? Нет, ну, слушайте, из Аргентины, мне кажется, она будет долго идти. Ваша правда. Тут надолго будете шрифтовать? Ну, всегда. Вот так и тогда у нас куча времени. Да, и у вас есть куча времени, чтобы накопить деньги на лицензию на охоту. А когда вас будут переизбирать? Когда я решу? Лет через 20. Я знаю отличный девиз вашей компании. Так, какой? Стэнли Бэк, Тамблвид — это я. Тамблвид — это мы. Я всего лишь шериф. А весь, все мы, город. Мы все вместе — это один сплоченный организм, кулак, который бьет все невзгоды, которые встречает на своем пути. И какой вы орган в этом организме? Главный, конечно же, голова. Самое сердце, я думаю. Голова. Ну тогда я спокойна. Да. Раз у нас такая светлая голова. Господа, я вас оставлю на минуту. Да-да-да. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. У вас кентуккийская лошадь, да? Хорошая, хорошая. Что было, то взяла. Ну, как и все мы. Вы, кстати, по-моему, тоже ездите на кентуккийской. Да, да. Вы шериф, вам нужно что-нибудь более презентабельное. Да, а потом, что все говорили, что я все налоги пускаю на то, чтобы купить себе лошадь. Нет уж, спасибо. Но у вас же есть какая-то шерифская зарплата, наверное. Нет, у меня есть бюджет города, который пополняется за счет налогов, и все это все вместе туда-сюда и ходит. Я думала, вам маршал платит за шерифство. Нет, маршал забирает он у меня часть налогов. Большую часть. На оставшуюся часть мы пытаемся выживать здесь. Как я погляжу, вам это не очень нравится. Ну? Народу-то нету, значит, казна не пополняется. Да, да. Ну, нравится, не нравится, что-то нужно делать. Да, понимаю. Можете купить лицензию за $12?
А уже за 12. Ну, видите, как здорово. А то сначала предлагали 20. Ну, видите, тяжелые времена, поэтому 15. Что же было 12? Время ушло. Нет. Когда видишь деньги, не теряй времени, правильно? Именно, именно. Как только накоплю, обязательно. Договорились. Так, ладно, пойду посмотрю, что здесь кто делает. Да, я задумаюсь о своем Одеевиче. Давайте. Секунду, здесь такой бардак. Я нашла два свертка, но... Вот, взгляните. Очень похоже, что это оно. О, да. О, красиво. Карнавал 2030. Красиво. Да, да, давайте, забираю. Да, вот все ваше. Благодарю. Сейчас один повешу здесь, и второй повешу там в армадило. Опять туда ехать? Да. Я так понимаю, вы готовитесь... О, да, именно так. Я разминаюсь. Хочу показать пару па завтра. Неплохо у вас получается. Да, спасибо. Неужели в Стробери все так танцуют? О, ну, я там смотрел, здесь смотрел, много общался с куртизанками. Куртизанки разве танцуют? Смотря на чем. Наверное, да. Все танцуют на полу. Ну, наверное. Пусть будет так. Половые танцы. Да, это определенно тоже пригодится. Да? Вам тут не холодно? Ну, пойдемте в тюрьму. Нет, я думаю, в тюрьме тоже холодно. Я имела в виду, что мы костер развели. А! Да я хотел скоро отдыхать пойти. А, тогда... Что ж, хорошей ночи. Да, и вам тоже.